Доброе утро, ребята. Доброе утро всем. Ой, еле-еле сегодня до студии дошел. Что? Идти не хотелось? Да нет, скользко было очень. А, так бывает, когда сначала оттепель наступает, а потом мороз. И каток готов. Только погулять собрался, и тут внезапно ба-бац. Да. А танцы зимние видел? Любо-дорого смотреть. Танцы? А с кем? Да с большой компанией. Ветром и лопатой. Сейчас ролик увидишь, который школьники сняли, когда на учебу шли. Смотри. О, видел какой? Рок-н-ролл. Да я бы назвал это квикстеп. Это так называется быстрый танец. Да, представляешь, Степашка, что будет, если вьюга начнется? Ну тогда, все замести можешь. Все, и даже дом. Прям по крышу. Ну представь себе, вот один кот пошел гулять на крышу, и началась метель. И что? И его смотри. Еле домой пришел. Прямо не кот, а кот-вездеход. Да, а собакам тоже тяжело приходится. Собаки по крышам не ходят. Зато по земле бегают. А когда снега много, он к шерсти так и липнет, так и липнет. Ух, далеко не убежишь. Вот что я тебе говорил, а? Да, с такой собакой хорошо в снежки играть. Снимаешь и уже готовый кидаешь. Степашка, а на речке лед какой толщины должен быть, ну, чтобы на коньках кататься? Очень толстый. Вот такой. Тогда по нему можно ходить и на коньках кататься. Да? Да. Зато неудобно рыбку ловить. Ну, очень даже удобно. Ледоруб взял, лунку сделал, ловись, рыбка большая и маленькая. Нет, все равно неудобно. Ну, сам посмотри. О, мы, сынок, сейчас лунку сделаем, а ты поснимаешь что-нибудь. Ну, вот вас и буду снимать. Пробурили? Доставайте еще. Да, Фия, ты прав, это не совсем удобно. Ну вот, а я про что? Рыбаки говорят, что за рыбалку надо лунок 20 просверлить. Ну, в этом случае достаточно одной. Зато видео смешное получилось. Остается всех поздравить с наступающим Новым годом. С наступающим праздником. Присылайте новые видеоролики. Адрес внизу экрана. А прямо сейчас наша новогодняя мастерская.